Всем привет! Ну что, вот и наступил у нас первый день розыгрыша марафона с кино. Прежде чем мы его начнем, немножечко информации. Хочу напомнить, что сейчас на канале у меня проходит еженедельный воскресный розыгрыш. Все условия участия вы можете прочитать в описании под видосом. А также проходит марафон скинов, который закончится 10 февраля. И сегодня первый скин разыгрывается. Это вот этот вот Айзек. Тег 9 Айзек разыгрывается. И пришло время выбрать победителя. Выбирать победителя мы будем, соответственно, под вот этим вот видосом будет победитель, да. Будем его выбирать. Вот я этот видос скопирую. Победитель будет всего один. Всего один. Поэтому сейчас мы узнаем, кто же этот счастливчик. Чтобы принять участие в розыгрыше в марафоне, нужно было выполнить всего лишь там несколько простых условий. Это нужно подписаться было на канал, иметь открытый профиль. И написать конкретный комментарий. Вот такой вот. Фараона. Фаворит на сапфир сменял нефрит. И сейчас мы узнаем, кто выполнил все эти условия. Ого, 36 участников. Неужели все участвуют? Выбираем победителя. Смешные нарезки. Смотрим комментарий. Фараонов фаворит на сапфир. Правильно. Подписка. Есть. Лайкос. Есть. Все, дружище. Я тебя поздравляю. Вот этот Айзек. Тег 9, он твой. Что тебе нужно будет сделать? Тебе нужно будет вот здесь вот найти свой комментарий. Вот я его вижу, да. И вот сюда вот, где ответить, скинуть мне трейд ссылку. И после этого я пришлю тебе твой скин. То есть, если я не пришлю тебе его сегодня, я скину тебе его завтра. То есть, не нужно об этом париться. Вот. И сразу же хочу объявить начало второго дня розыгрыша. То есть, на следующем розыгрыше принимает участие вот этот вот Юмп-45 «Лунная ночь». Вот. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть этот скин? Нужно подписаться на канал, иметь открытый профиль, поставить лайк конкретно вот этому видео и в комментариях а что написать, вы узнают те, кто досмотрит видос до конца. Все, а я залетаю на EasyDrop, чтобы проверить свою удачу. Как обычно, на балансе 250. Сегодня я юзал промокод на 45%, который выпал мне с колеса. И по традиции я начинаю фармить фрикейсы. То есть вчера мне с них выпало 2 грозы. Сегодня я рассчитываю на все 3. Нет. Не стоит мне рассчитывать на все 3 грозы. Не стоит на это рассчитывать. Мне вчера написали, что, говорит, попробуй-ка. Да неужели Наваха? Наваха, сука! Вот ты сука. Сука какая. Не, ну с фрикейса Нава. А вот, гроза. Ну, понятно, все. Все, тебя мы продаем. Все, так. Окей. Че, ну и че? И че мы по итогу имеем? Продать все, да? То есть на 82 рубля выпало скин. Ну, в принципе, они пригодятся, их надо будет. В общем, пока мы их не юзаем, пока мы их не трогаем. Че мы сегодня дрочим? Открываем. Что мы сегодня открываем? Так, вчера я открывал, по-моему, бомжа. Я открывал вчера бомжа или я не открывал вчера бомжа? По-моему, я открывал бомжа, да? Давай мы сегодня камуфляж. Камуфляж помучим, посмотрим, что выпадет. Ёб твою мать, сколько тут говнища-то в тебе в камуфляже. Нет, не хочу я камуфляж, я передумал. Я уже передумал. Я хочу вот случайное армейское. Давай. Случайное армейское пооткрываем. Вот. А, бля. Я только, знаете, сейчас понял, пацаны. Я понял то, что я не подготовил фразочку, понятно? Я сейчас ее прям по-бырому подготавливаю, фразочку, которую бы я хотел. Все, я нашел, какую фразочку я хочу. Не, я сейчас ее не буду зачитывать, я ее позже зачитаю. В общем, что, мне подписчик попробовал, говорит, попробуй половить лоу балансы.
А я хер его знает. 10% это считается за лоу. Ну, не лоу баланс, а лоу проценты. То есть 10% считается вообще за лоу или не считается. Я даже не знаю. Просто вчера я как бы ловил лоу. Я сегодня попробую. Так, ну надо, чтобы видос сильно долгим не был. Чтобы... Давай еще разок вот так мы крутанем, да? Еще вот так разок крутанем. И тоже всякая петрушка падает, гнилая какая-то. Вот близкая опасность, да. Ты хоть окупаешь кейс, ё-моё. Нет, нихуя. Так, давай посмотрим. А может тут что-то можно? Что-нибудь такое интересное? Случайное запрещенное? Нет, запрещенное не случайно было запрещено. Я это уже понял. Тут у меня есть целых 250 рублей. Что же можно открыть на 250 рублей? Так, давай мы знаешь, что бахнем? Спектрум, спермум. Еспорт, хус, желтый. А что за желтый такой кейс? Давай посмотрим. Чем наша это, блядь? Посмотрим, что за желтый кейс такой. Сейчас вот какая-нибудь серая хуйня мне выпадет. Ну, серая уже не выпадет. Ну и до Ориона тоже не дотянет. Сука, и здесь с Орионом не везет, да? И здесь мне не везет с Орионом. Нигде мне с Орионом не везет. Топ-кейс. О, у меня на топ-кейс не хватает. Мне повезет. Пиздите. Мне... О, Хитмен. Я и про тебя забыл. Все, вы врете. Нихуя вот не повезет. Не повезет. О, везуха-то, лесные листья. Охрененно. А, ну это Хитман, это же не мне повезет. 72 рубля еще есть. Так, я прям еще богатенький, да? То есть богатенький Буратино. 3 сентября. Ну а что, давай 3 сентября. Уже далеко не 3 сентября. Мы тебе 5 разков откроем. 5 шурпа получим. Получим 5 шурпа. Чё, мы получим 5 шерпа, да? Ну, как бы не 5 шерпа, но что-то получили. На 34 рубля открыли. 5 по 3, по 6. Ну, мы открыли поменьше, да. Давай мы тебя продадим. А, мы открыли на 45. Мы на 45 открыли, 34 получили. Давай еще разок тебя крутанем. У меня там вроде скинчики какие-то есть, чтобы лоу половить там, да. Ну вот и половим. Фоллоу. Так, вот это мы продадим. Вот это продадим и это продадим. Так, попробуем еще раз. Нет, мы тебя не попробуем. Мы попробуем, знаешь что? Ну, как, да, куда же я без него? Куда? Никуда. Да, и мы на 10% сегодня попробуем что-нибудь поймать. Попробуем. Я даже не знаю, ну, тут прям балда балдовая, да? Как там? Шняга-шняжная, жизнь общажная. Фигня фиговая, балда балдовая. Вот. А, да, еще, ребята, кстати, такой нюанс. Комментарии под видео будут все отправляться на проверку. Поэтому спамить комментариями не надо. То есть написали один раз и все. То есть все комментарии будут уходить на проверку. Ну дотяни хоть до мигалки, собака ты серая. Вот. Я непосредственно перед розыгрышем все комментарии опубликую. И, соответственно, вы сможете убедиться, что мигалка мне снова не выпадает. Что выпадает мне снова гроза, да? Ну, он меня как бы опять держит на привязи такой там. На. Причмок. Ну, тут какао, да? Какао-буйство. Ну, тут уже какао-буйство. Ну, ладно, мы тебя тоже оставим для того, чтобы сделать апгрейды. Так, а сколько всего чего? Ну, на 233. Ну, практически деп. Практически деп, да, мой? Практически мой деп. Блин, а что ты тут это не сортируешься по иерархии? О, за 9 рублей какая-то какашка. Давай, вот давай мы тебя попробуем. Давай. Залетай. Нет, не залетело. Все понятно с вами. Все с вами понятно. Так, потом следующий у нас идет 12. Вот это попробовать еще раз. Да, вот еще раз, конечно, попробуем. Конечно. Ну, пробуй еще раз, что ты здесь, вирус, с тобой давай вирус попробуй. Не, ну на кейс батле залетали десяточки, и тут тоже же могут десяточки залететь, да? Почему нет? Что? Изик, ну докажи, что ты, по крайней мере, не хуже кейс батла, да? Изик, ну докажи, пожалуйста, что ты не хуже кейс батла, что ты такой, мудачок?
А, да, кстати, все. Ребята, комментарий, который нужно будет написать. От топота копыт пыль по полю летит. Или пыль по полю летит. Короче, похеру. От топота копыт пыль по полю летит. Вот этот комментарий нужно будет написать. Падла, ну хоть один залетит сегодня, нет? О, это вообще не рядом. Ну, я понимаю, ты мне хочешь там что-нибудь рублей там на 400, да, залететь? Да, я еще раз хочу попробовать. Давай, смотрим. Ну. Так, давай вот эту эко. Эко. У меня уже была Галиль эко, я ее разыграл, у меня ее выиграл кто-то из подписчиков. Ага, ну все, сейчас следующая залетает, да? Чувствую, блядь, вот у меня сейчас нелегкий-то выбор. Вот эту поставить или вот эту? Ну, тут, в принципе, кардио. А чё, Галили нету? А Галили нету? Галиля есть тут? Тут есть Галиль? Галиль, ты есть тут? Нету Галили. Покойник, у меня уже два покойника. Причем один прямо за собой. А, во, Галиль, чё я в шары-то долблюсь, ёптать. Давай, Галя. Ну, Галя, я тебя жду. Галя, Галя. Вот так Галя. Третий день слива. Третий день слива. Задроченный Сайрекс там, да, будет. Галиль. А, во, леденец за 250 рублей. Что за... Мне обычно леденцы там только за 21 падают, а тут за 250. Ну, тоже не выпал, разница небольшая. Что за 20, что это, что то, да? Нихуя. Нихуя. Разъяренная толпа. Сидмит, Шмидт. Давай еще, Маша. Еще есть какие галили тут? Хочу галили все-таки выбить. Ну, скрафтить там, что, как она там называется. Сабгрейдить там. А тут, походу, хер на руль, да, там тебе. А, ну тут же можно использовать быстрый поиск, там, типа. О, галиль, зимний лес. О, что-то такая стрёмная. Не, я не хочу. А, во, галиль, сигнал. Сигнал, галиль. 10%, ну сейчас 10% залетит. Все, сейчас 10% то точником залетит. Ну нет, какое-то хуйня. Это какая-то муйня-буйня. Ваш П. Колымага. Колымага. Нет, я ищу Галиль. Юспик, шмюспик. Все, за такие бабки Галили уже нет. Все. Потолок Галили был на 260 рублях. Все, это был потолок для Галили. Что ты там балуешься? Что-то открывается, у меня закрывается. Все. Ну ладно. Так, давай тогда мы. Ах, хер с тобой, давай латунь. Апгрейд. Сколько тут? По-моему, 10 скинов, да, было? Вот сука какая. Я-то вот часто я поверил. Часто я ж поверил. Короче. Эх, а чё, даже этого. А чё? Террориста даже этого членомордого не будет, что ли, да? О, Галиль Щелкунчик есть. Смотри-ка. Вот давай, Галиль Щелкунчик. 9,9. Ну. Все. Куда уж тут? Сколько? 10 скинов и. Да, сука. Мечта идиота сбылась. Мечта идиота сбылась. Да, попробовать еще. Все, ну ладно, что, я хоть сегодня деп забрал. Вот мы проверили мы, короче, как это все выдает, да? Как это все выдает, он такой, видишь, он мне 3 косаря дает, не ануар. Я бы, конечно, попробовал, но нет, я не буду. Хоть что-то надо отсюда забрать. Третий день все-таки уже, да? Третий день. Ладно, вот эту штуку я забираю. Ребят, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, участвуйте в розыгрышах и конкурсах, которые у меня проходят. Всем пока!